30 апреля в России традиционно отмечается День пожарной охраны. В 2022-м службе исполнилось 373 года. Накануне профессионального праздника работники пожарной охраны организовали выставку боевой техники для учащихся начальных классов школ округа в сквере Дворца культуры имени Виктора Николаевича Леонова. Мощная техника вызвала у юных зарайцев особый интерес. Они внимательно слушали рассказ об оборудовании, находящемся в отсеках пожарного автомобиля. Ребята узнали, чем он оснащен и как используется на пожаре. Юным зарайцам посчастливилось самим побывать в кабине специальной техники, почувствовать всю мощь большого автомобиля. Они с интересом наблюдали за работой пожарной машины. Стрельба водой из пожарного ствола по мишени вызвала у школьников особый восторг. Учащиеся Луховицкого аграрно-промышленного техникума провели для гостей различные конкурсы и викторины, познакомили ребят с одеждой сотрудника пожарной охраны. Не только мальчишки, но и девчонки с удовольствием примеряли форму пожарного, пробовали в действии настоящие противогазы. Будущие пожарные предложили сыграть в необычные крестики-нолики огнетушителями. Как правило, такие занятия, выставки, тренировки позволяют юным учащимся узнать больше о самой профессии, познакомиться ближе с работой пожарного спецназа. Кто знает, возможно, среди юных учащихся присутствуют будущие сотрудники пожарной охраны, герои-спасатели. Ольга Жолдева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия КВН, Зарайское кабельное телевидение.